Друзья, рад приветствовать всех на своем канале, меня зовут Дима, это канал Добро Едет. И у нас Ассета Корса и дрифтовая Супра с турбиной. Аж огонь от нее. А турбинку я уменьшу чуть-чуть и отключу все стабилизаторы. Мы на трассе дрифта. Я не умею дрифтить, кстати, ребят. Поэтому попытаюсь сегодня чуть-чуть научиться этому делу. Давайте приступать. Естественно, механическое сцепление. Поехали. Ну-ка, как, ну-ка. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, детка. О, как турбина. Класс. И здесь есть круг какой-то, да, и вот различные места, где можно подрифтовать. Попробую. Да я бог дрифта, прикинь. Причем я дрифтую, ребят, у меня нету ручника. И неудобно на кнопку ручник делать. Я с перегазовкой делаю это все дело. Понятно, да? Был снос. Сейчас еще раз, давай. Вторая. А, ну блин, нет, так не получится, да? Да, слушайте, это не так и просто дрифтовать. Мега-дрифтеры, елки. Заглох. Так, а если с видом от первого лица? Да я, слушайте, я меха-дрифтер. О, вот это меня кидануло сейчас, руль. Аж из пальца выбило. Бах. Готов. Так, а если с видом, вот мне просто так неудобно. Во, с таким. Так, а как ее ловить, мне интересно? Я вот ловить не знаю как. Вот хорошо, я в занос вошел, а как мне занос остановить? А, принудительно. Ну, со сцеплением, скорее всего, надо играться. Третью. Нет, третью зря включил. Не вытягивай. На скорости не вытягиваю. Ох ты, тихо, отбойник. Так, и давайте по кругу попробуем. Ух, какая пятая. А вот так удобно, конечно, когда с видом вот от третьего лица. От первого, конечно, не очень удобно мне дрифтовать, по крайней мере.
Воу-воу. Вот я сейчас дорогу вообще не чувствую. Я только смотрю просто вперед на капот. Ну, на дорогу имеется в виду, чтобы вот хоть как-то... Вообще, по идее, когда заходишь в поворот, у тебя колеса должны в другую сторону, ты должен крутить руль. То есть, когда я захожу сюда, я должен руль туда крутить. Он должен автоматически вот так вот, во. Но я должен его не бросать. Нет, надо было не так. Во-во-во-во-во, Дима, попер, попер. Почти. Ну почти попер. Почти попер. Блин. Так, я хочу проехать полностью круг. Ну вот так я могу еще, а вот от первого лица, блин, от, из салона я так не могу. Тут, в принципе, тормоз вообще не играет особой роли. Там так таковой. А на третий? Не, а на третий вообще не хватает дури. Уехали. Ух, аж пламя-то какое. Прямо отжег на желтом линоле, на апельсине. Вот так скажу я даже. Но здесь вот, да, вот, уехали мы не туда, бабах. Не было бабаха. Ну, я, конечно, не дрифтер профессионально, ребята, но потенциал-то есть у меня. Не на фуре же дрифтовать-то. Не, вот он слезает оттуда. Дорогу не держит. Чё, заглох? Ух ты как. А на одном месте смогу я хотя бы пятаки покрутить? Хрена себе. Я сейчас коробку ушатаю с движком. Я просто особо механики дрифта прям такого прям, ну, я же не дрифтер. Примерно понимаю, но не до конца. Где-то что-то делаю, конечно, не так. Вообще, ну хотя бы ладно, от первого лица-то попробовать. Слушайте, да я прям профессиональный дрифтер, ёлки-палки-то. А чё петь можно? Фух. В натуре я дрифтер, отвечаю. Воу, ну почти, сглазил себя. А, не, не сглазил, слушайте, бля, смотри, 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 оп-оп, оп-оп-оп-оп. Выхожу, выхожу, выхожу.
Хочу весь круг проехать. Не получается у меня весь круг проезжать. А-а-а. Потихонечку. На третьей, конечно, не получится. Это на вторую. А может быть, я делаю все правильно, просто немножко не славливаю моменты вот эти, когда нужно руль регулировать в обратную сторону или нет. Ну, видали? Получается ж, получается. Третье. Ну вот уходит машина вперед, блин. Не могу я словить его здесь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Руль вообще выбивает напрочь. А я смотрел, кстати, в Ютубе ролики, там и ребята, они до такой степени дрифтовать умеют вот на таких рулях, я просто в шоке был. Хоть за руль настоящего болида сади. Но все равно отжигаем потихонечку. По травке, по травке. Вот из поворота, из заноса машина выходит сама. Как бы ее контролировать-то? Но видали, уже получается, уже полукруг делаю. Могу одной рукой с закрытыми глазами. Нет, не могу. Вот что значит побывать в шкуре дрифтера. Я это вам скажу, ребята, жесть вообще. Блин. Если бы я в жизни так бы сел с кем-нибудь, я бы, конечно, наверное, кирпичей наложил бы. Так. Не. Так. Вот так я могу подрифтовать. Или не могу. Так, третья. Вот сносит не туда. Хотя здесь можно регулировать, наверное, педалью газа. Отбрасывать газ. Раз, и машина выходит, когда я газ отбрасываю. Вот, видите? И она едет, она плавно заходит за нос. Ну, попробовать надо. На практике здесь. Ну, типа того. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. О! Дима, Дима, давай, давай. У тебя же почти получается. Ну третью зачем включил? Зачем ты третью включил? На третью особо не вырулишь никуда. Не, на третью не вырулишь.
На третий, может, вот здесь можно зайти. И потихонечку. Во-во-во-во-во. Вообще жесть просто, да? Супра-огонь просто, блин. Уехал не туда. Слушайте, блин, ну вот я чуть-чуть, вот я поездил чуть-чуть, слушайте, у меня получается, я чтобы профессионально дрифтером становлюсь теперь. Зачем мне евротреки тебе, я буду на скане дрифтовать теперь. А может просто мне удобно в определенную сторону заворачивать? Я чуть не знаю, кстати, по удобству-то. Да и нет. В принципе, нет. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А то кручу я, да, блин, очень сильно. Хотя они там и так крутят, на самом деле. Ну, давайте попробуем еще от первого лица. Не, от капота. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Надо аккуратненько. Это я медленно, да? Ну хотя как медленно? 50 километров я это делаю все. Слушайте, получается шлифовать-то. Вот как говорю, так сразу у меня не получается начинает. А-та-та-та-та. Что там еще с обратной связью? У меня руль что-то обратно нормально не поворачивается. Надо будет подредактировать. Он должен сам возвращаться мне в руки. А он нет, приходится его обратно крутить руками. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа-на, ага, ну уже скорость большая, машина в поворот не въезжает. Понятно, понятно. Ну давайте еще разочек. Ну да, от первого лица, от третьего лица мне, конечно, удобнее, естественно. Я машину так контролирую. Здесь я вообще ее как бы особо прям так проконтролировать не могу. Вот если я сейчас возьму, включу вот такой вид. Смотрите. Я могу вот так вот спокойно дрифтовать. А вот от первого лица, конечно, вот проблемки немножко. Может быть, с ориентацией, хрен узнает. Не знаю. Вот видите? И это вот что касается от первого лица, ребята. От третьего лица. Бах! Фух! Прям уже аж руки устали. Ребят, ну вот, собственно, вот так вот немножко поучились мы дрифтовать на машине, которая называется Toyota Supra. Дрифтовый вариант. На карте тоже называется. Дрифт в игре Assetto Corsa. Блин, аж реально, аж руки, короче, отвалились уже. Как они дрифтеры так это, блин, ездят-то? Будем учиться, что делать-то. Ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Меня зовут Дима, канал Добро Едет. Увидимся в новых видосах и стримах. Пока!